17 мая на заводе по производству пластмассы «Геопласт» в городе Бердск, Новосибирской области России, произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ. Возгорание началось на кровле завода и охватило 2000 квадратных метров. Здание самостоятельно покинуло 6 человек, никто не пострадал. Пожар сильно навредил зданию завода. Напомним, что в последнее время в России участились пожары.